А хотите самый быстрый, самый вкусный пирог для ваших детей? Покажу, как это делается. Часто у вас бывает в воскресенье, ребенок говорит: «Мама, мама, приготовь мне что-нибудь величайшего». Или еще хуже: «Папа, папа, приготовь мне что-нибудь вкуснейшего». А мама говорит: «Ну, времени нет». Вот, а папа говорит: «Ну, не умею». Эта проблема решается очень просто. Есть один секрет. Сказать: «Приготовь сам». Смотрите, мы сегодня сделаем величайший шоколадный пирог. Берем слоеное тесто, которое можно всегда хранить в морозильник. Очень быстро размораживаем, раскрываем. Берем любимый шоколад вашего ребенка, ровно кладем посерединочку, вот так. Режем. Закрываем. Мощнее еще закрываем. Режем лишнюю. Возьмем вилку, вот, и сделаем вот такие, чтобы точно не вытекал наш шоколад. И вуаля. И завернем. Берем лоток, пергамент для печки. Возьмите яйцо, балтывайте чуть-чуть, вот так, без фанатизма. Мазайте перончино. Если у вас нет кисти, хорошо бы пальчиком. Вот так. Духовку 180 градусов, пока не запечется. 20 минут 180 градусов, и наш пирог готов. Пирог, который умеют делать даже дети, которые потом сидят и дети, и взрослые. Порезаем. Величайшие пирочини из белого шоколада, который можно из любого шоколада мира делать дома, и могут делать ваши дети, пока вы будете смотреть ваш любимый сериал, или еще лучше, ваш любимый YouTube канал, который на самом деле, если вы до сих пор не подписаны, вот нажимайте на эту кнопку, и вы будете подписаны на величайшего. Вот. Если вам это нравится, поставьте величайший лайк. Если вы хотите получить все новости, нажмите на колокольчики. Если вам понравился это простейшее, но быстрейшее, вкуснейшее, величайшее блюдо, тогда напишите в комментарии: «Да, мне понравилось». Приятного аппетита!